Всем привет! Сегодня 20 июня 2015 год, и всем привет из Калифорнии. Сейчас у нас погода такая тепленькая, наверное, где-то градусов уже 24. Я сейчас нахожусь на Стинсон Бич находится возле Сан-Франциско. И вот это все горизонт, вот это все тучи, это облако покрыто. Я была сначала вот на уже этом бич, на этом пляже. Здесь пляж не такой, как я была вот на первом, когда я была возле Сан-Франциско, то возле Петалумы город, то там был такой скалы, там местность такая была. А тут именно песочек. Он там уже виднеет, уже расходятся эти тучи, а так вот это все просто облака спустились. Когда я только приехала, я приехала со Славиком. Славик. Слава. Когда я приехала со Славой, то начался дождь такой, моросил. Мы поднимались на гору машиной. Потом мы приехали на этот пляж. И, ну, было все очень пасмурно, но тут не ветрено. Здесь очень красиво и все спокойно. И потом мы пошли на гору, чтобы посмотреть, ну, вообще, вид весь. Но мы, ну, добирались где-то полтора часа, и вот сразу солнышко. Где оно? Вот солнышко. Солнышко. А там вот это все тучки прикрывают. Но после 12 здесь должны эти тучки развеяться. Вот там уже горы, то уже Сан-Франциско. И вон там есть даже антенна такая огромная, вон возле дерева. Вот то уже центр Сан-Франциско. Это, я не помню, сколько находится, но это недалеко от Сан-Франциско, и там мост «Золотые ворота» называется. Вон все люди ходят, вот эти горы. Мы так шли полтора часа, но это уже горы, хоть по равнине идем. А именно мы шли там в лесу, то там вообще очень сильный и высокий наклон был, и там все пасмурно, но только поднялись на эти горы, сразу солнышко увидели. Очень красиво здесь. Тут колоски. Но тут чем-то местность похожа даже на Украину и похожа чуть-чуть на Черновцы, так как я была недавно в Черновцах. Но по-настоящему это вот это все океан. И в будущем он вот это после 12 он развеется, а сейчас только 11. Ну, я думаю, что мы не будем ждать. И пойдем уже вниз. Мы планируем сегодня еще покупаться на этом бич. Классно. Очень красивая местность. Очень-очень красиво. Я уже успела нафотографироваться, ну, конечно же. Там вот здесь очень колосков, очень много. И поэтому фотографии получаются очень красивые. Обязательно покажу вам. А так классно здесь. Мне здесь нравится. Потому, ну, как вот это не просто вот один океан и один вход в океан. В океан можно заехать с разных местностей, и разная погода, условия будет, пляж по-другому, скалистый или песочный. И вот мне нравится именно эта местность. Стинсон Бич. Вот тут классно. Мы взяли с собой покрывалка, чтобы отдохнуть. А люди все приходят, американцы, без покрывалок. И вот они фотографируются. Ну, так классно. Может, вам еще покажу, как я буду идти уже вниз, потому что под гору мы и шли, уставшие, я не могла снять. Все так. Потом больше вам покажу. Вот такой вид, когда мы спускаемся. Вот мы уже прошли там высоко, но мы срезали путь со Славой специально, чтобы быстрее спуститься вниз. И вот тут специально оградили для людей, чтобы они не упали. О, сейчас будет... Да, там водопадик маленький, такой ручеек. Тут такие большие скалы. И такие все такое сделано мило. Заросли. Вау! Вот такой водопадик маленький, ручеек. О, я потом покупалась. Воды очень хочу. Класс! Ой, класс, какой большой
этот камень. А я сейчас иду и учу английский. Мне Слава переводит слова, которые я не знаю. Хотя я очень много их слышу на английском, но я не знаю, поэтому мне Слава говорит, я учу. Хорошо иметь такого живого учителя. Учитель, покажись. Hi. Hi. Вот мы вот так все идем по кругу, и все вот так, так. Мостики, мостики всякие. Там дальше мостик будет, я вам тоже обязательно покажу. Вот, а сейчас уже видно этот бич, и тумана уже нету, туман рассеивается, но солнышка только нету. Тут такие деревья какие-то, как будто в заколдованном лесу. Это все ступенечки деревянные. Сделаны, обделаны деревом. Я иду. Вот такие все большие такие деревья. Очень огромные. Мне здесь очень нравится. I think you wanna like it here. Да здесь совсем неплохо жить. Да, это песенка из Энни, фильм. Я ее уже пела. Вот такой классный. Ой, сейчас мостик как раз я вам покажу. Эй, здесь мостик будет. Жалко, что здесь нет ручейка настоящего, чтобы воду пить. Вот мост. Он только на одного человека. Как когда я ехала в Плазервилл, там был мост один для одной машины. Знаешь? Не знаешь? У меня есть видео на YouTube. Тоже там поход был, да? Не, не поход, я ездила просто туда. Там дом такой большой, двухэтажный. А, нет, одноэтажный. Вот такая красота. И там где-то наша машина стоит. Иду дальше. Мы уже спустились к нашей машине. Вот там парковки всякие такие. Там бесплатная есть парковка от этого бич. И тут мы зашли в магазин, а тут всякие сувенирки продаются. Вот маленькие такие ракушки. Но они... Смотри, Слава, это же его, оно не крашеное, оно настоящее такое. Это не такие настоящие цветов, такие как зебры маленькие. Ого, что это? Ракушки вырезанные. Ого, класс. Ну тут всякие эти. А тут есть, ну вот такое, это нормально, это понятно. С бисера самого можно такое сделать. А вот всякие жабки. Класс, какие. Что? Самому такое не сделать. Да. Какое красивое. Вот водички налить, оно такое, как уточки маленькие пьют. Она не открылась. Мухоловка. Вот это настоящее растение мухоловка. 10,50 стоит долларов. Но вот если муха туда залазит, она ее съедает. Мы только что попробовали, я это рот закрыла. И теперь она не открывается. Но написано do not touch. Как она называется? Fly traps? Fly traps. Мышеловка. Вот такое оно все интересное, ровненько такая большая. Все, мы тогда пошли уже кушать, а потом купаться будем. Все, всем хорошее настроение. Вот такое все красиво. Посмотреть, что вам желаю. Много чего. Вау, наконец-то я спустилась уже на этот океан, на Тихий океан. Мы не помню, как называется этот бич, но я спустилась, наконец-то тут солнце. Я была на той большой горе.
там так, вау, как там классно. Ну, вы видели только что перед этим, я спускалась, я уже только что пообедала. Классно, здесь красиво, конечно же. Побывать на море, на океане даже, и не попробовать, и не поесть даже морскую пищу, это ну, невозможно. Поэтому я взяла салат с креветок, мы со Славой кушали, и сэлмон. Людей очень-очень много. Это другой бич, песковый такой. Вау! Тут очень классно. Вот там есть даже, там есть такое специальное место, там где вот переодевалка, и там сразу душ можно ополоснуться пресной воде. Как же здесь красиво! Ура! Очень классно здесь, мне здесь очень нравится. Супер просто. Мы с собой взяли гитару, мы будем играть. Не знаю, как там будет все дальше. Маленький крабик. Мы возле Сан-Франциско уже приехали именно. Какой краб тут на этих камнях вот этих вдоль берега. Столько камней, что тут куча разных крабиков. Начиная с маленьких и заканчивающих. Так. Вот козявка малая какая. Еще и с клешнями такой. Вот мелочь какая пузатая. Он тут они лазят. Это их не дом. Здесь так холодно. Мне так холодно. Все, мы сейчас уже собрались ехать домой. Мы уже вот отъехали на этой крутой дороге, уже поднялись. Машинка наша. Вот оказывается, вот здесь, вот мы ходили по этому пляжу. Вот и сюда. Вот там были вот такие камни. Мы фотографии там сделали. Очень красиво, Славик аж, залез. Ты на тот самый большой камень залез? Да, вот на тот самый огромный, вот этот камень залез. И фотографии сделала, вот он. Классно, ну, мне предлагали хоть поменьше, но нет, я не согласилась, мне не могла я залезть. Ух ты, классно, мы отсюда аж прошли, и там где-то наше место было, вот возле, чуть-чуть дальше, чем парковка. Очень красиво. Вон, оказывается, еще и залив. Вот тут жилая местность, это же возле Сан-Франциско. Здесь очень красиво. Мы сейчас будем собираться. Все, Слава, говори пока. Я говорю пока. Все, мне очень все понравилось. Я рада, что я здесь побывала. Спасибо Славе. Все, пока. Специальный спонсор. But first, let me take a selfie.